Приветик! Сегодня на канале GameTones мы будем смотреть третью серию логики Friday Night Funkin'. И серия называется «Логика Friday Night Funkin', но моды». Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну, давайте смотреть! Слушай, Скай, спасибо, что спасла нас от клоуна Трики. Но я с Girlfriend. Прости. Что? Что ж, если я не могу быть с тобой, то никто не будет. Раз я прошел основную игру, то теперь мне надо победить в модах? Все верно, бойфренд. Все, чтобы доказать свою любовь ко мне. Ну или все, чтобы ты запарился играть в эту игру. Но зачем это? Я понимаю необходимость завоевать расположение твоих родителей, но если мы собираемся встречаться долго, то твои предки должны любить меня. Но почему они не хотят? Я же фактически зять мечты. Хэштег цели отношений. Верно, но иногда мне кажется, что мы изо всех сил пытаемся навязывать наши отношения другим людям. Точно так же, как ты специально несешь бумбокс по темному переулку, чтобы устроить следующий батл. Ну вообще, в словах игрока есть логика. Они ведь специально таскают этот бумбокс, чтобы устраивать рэп-баттл с каждым встречным. Бойфренд, ты слишком много думаешь. Уитти жаждет познакомиться с тобой. Отлично. Ну, раз ты так говоришь. Привет. Уитти, верно? А? Кто? О боже, это ты! Держись подальше от меня! Да, по нему сразу видно, что он прям жаждет встречи с вами. Я не хочу неприятностей. Бойфренд здесь, чтобы провести с тобой вокальный баттл. До смерти! Нет, пожалуйста. Твой отец уже забрал у меня все, что мог. Просто оставьте меня в покое. В смысле, ее отец забрал у него все, что смог? О чем это говорит Уитти? Что-то непонятно. Ну ладно, мужик, мы просто пойдем дальше. Знаешь что? Достаточно. Я был обречен на бесконечный цикл бега и прятания от вещей, которые не могу контролировать. Girlfriend, он о чем вообще? Проклинаю тебя и ту грязь, которая привела тебя в этот мир. Как ты смеешь говорить так о моей маме? Давай сразимся, панк. Ты еще не видел мою окончательную форму. Боже мой, как много нот! Не пропускай слишком много, бойфренд. Если проиграешь, мы официально расстанемся. Да, и правда, очень много нот. Это просто кошмар какой-то. Ты довел меня до предела, парень. Я лучше, чем ты думал, да? Хочешь сдаться? Никогда. Ох, не буду врать. Это было трудно. Как я мог проиграть? Это невозможно! Ну ничего себе! Игрок просто спрятался за Girlfriend. Какой молодец! Надо беречь такого талантливого рэп-баттлера.
Ха. Это даже разочаровало. Ты что, только что использовал меня как живой щит? Хорошо, почему мы находимся где-то в глуши? Следующий мод про какого-то пустынного монстра или типа того? Нет, ничего подобного. Ой, интересно, как они притащили вот такие вот огромные колонки в эту пустыню? Откуда Герфанд их взяла, эти колонки? Что ж, хорошо. Вообще-то это квазибессмертный психотический зомби-демон клоун Трики, который жестоко пронзает людей дрожжевым знаком. Да это гораздо хуже. Да блин, он еще страшнее, чем то, что ты описала. Хорошо, почему он так сильно трясется? Что это за текст? Ну, он просто сошел с ума из-за невероятного драйва. И это дает ему непостижимые уровни силы. А откуда Герфанд все это знает? Она что, уже видела вот этого клоуна Трики? Что-то непонятно. Откуда ей знать? А что касается текста, это просто его мысли. Трики на самом деле не может общаться, как мы с тобой. Но в основном его мысли совершенно безвредны. А, не убивай меня! Знаешь, Трики на самом деле довольно милый, особенно для такого безумного чудища нежити. Ну это Герфанд вообще оборзевшая. Она что, не видит, что этот игрок вообще уже запарился состязаться с этим Трики? Так она еще и отвлекает его. Не говори со мной, я сконцентрирован. О боже мой! Хэштег чувство кошмара. Отличная работа, бойфренд. Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Ну, хочу сказать, что эта песня была очень драйвовой, и мне понравилась. Это нехорошо. мы живы? Это рай? Рай для меня. Не могу поверить, наконец-то ты здесь! Перемещение сработало! Теперь мы можем быть вместе навсегда! Что? Игрок? Кто это? И посмотрите, опять эти вездесущие колонки! Ну откуда им тут взяться? Я не знаю. Я Скай, самая большая фанатка бойфренда. Нам суждено быть вместе навсегда. Но не будете. Это нам суждено быть вместе навсегда! Он даже сражался с каждым в этой игре, чтобы доказать свою любовь ко мне. Ну, я не ожидаю, что он будет сражаться за меня. Я сама могу сражаться за себя. Если я хочу, чтобы со мной обращались как с принцессой, я должна относиться к нему как к принцу. А знаешь, а у нее довольно веские доводы. Ну, бойфренд дело говорит. Если сравнивать Скай с Герфанд, то Скай, судя по всему, более адекватная. Заткнись, игрок! Зачем тебе маленькая группа девочка-демон, когда ты можешь получить ангела? Ну все. Дамы, дамы, прекратите. Слушай, Скай, спасибо, что спасла нас от клоуна Трики. Но я с Герфанд. Прости. Что?
Что ж, если я не могу быть с тобой, то никто не будет. Ты украла у меня бойфренда, и теперь ты заплатишь. Бойфренд, помоги! Ты можешь создать свое собственное измерение, но ты не можешь создать своего собственного бойфренда. Заткнись! Герфен сидит там и еще подсирает понемножечку. Так сказать, подливает масло в огонь. Вообще офигело! Зачем ты это делаешь, игрок? Я люблю тебя! Что ты нашел в Girlfriend? У нас эмоциональная связь, и такой монстр, как ты, это никогда не поймет. Плюс я как бы горячее. Справился, бойфренд. Я свободна. Нет, нет, нет. Погоди. Где это мы? Привет. Ребята, вы готовы поиграть? Ну, вот такая анимация. Не помню, как зовут этого баскетболиста, но вроде бы он будет в следующей серии. Так что скоро увидимся.